Более 2 миллионов нигерийцев были вынуждены покинуть свои дома из-за бесчинств боевиков группировки Боко Харам. Такие данные приводит Международная организация по миграции. В последнее время экстремисты действуют с еще большей мотивацией после того, как они примкнули к более масштабной террористической группировке Ирака и Леванта. Сейчас они называют себя западноафриканской провинцией Тигил. Она стоит за большинством терактов, которые регулярно совершаются в Нигерии.